Партнер проекта Astra Channel – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта – planetarium.ru. Всем привет! Ребятки, я не знаю, отмечаете ли вы буржуйский праздник Хэллоуин, но если да, то на этот день вам есть подарок. Гигантская космическая тыква летит к Земле. Ну не совсем тыква, но полукилометровый астероид. А это может даже покруче тыквы. Впрочем, будем объективны, никакого Армагеддона нам не светит, как бы там журналистам не хотелось. Астероид, получивший наименование 2015 TB-145, пролетит на расстоянии 500 тысяч километров от Земли. К примеру, Луна находится от нас на расстоянии около 380 тысяч километров в среднем. В общем, угрозы никакой нет, а вот увидеть этого космического гостя вполне возможно, если у вас окажется под рукой небольшой телескоп и ясная погода. 31 октября с 7 до 9 вечера по московскому времени астероид промчится по созвездию Большая Медведица. Каждые 2 минуты он будет пролетать по 0,5 градуса, а это на секундочку как размер полной Луны на небе. То есть движение астероида будет легко заметно при наблюдении в телескоп. Ожидается, что его максимальный блеск будет в районе 10-й звездной величины. А это, в общем, вполне по силам небольшому телескопу на хорошем небе. Кстати, помимо визуальных наблюдений, астероид можно попробовать и сфотографировать. Интересно, что орбита этого астероида больше похожа на кометную. Она вытянута и наклонена к плоскости эклиптики на 40 градусов. Вполне возможно, что раньше это и была комета. Поэтому некоторые специалисты предполагают, что 2015 TB-145 может дать новый метеорный поток. Это, конечно, вряд ли, но почему бы не проверить? Ну а на этом у меня все. Наблюдайте астероид, пишите о своих впечатлениях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будьте в курсе. Пока! Молния наука – самые актуальные и быстрые новости науки, технологий и бизнеса.